Кашу не... Сегодня мы готовим кашу. Наливаем ключевую воду. Так, теперь соли. Это соль. Да все высыпай. Бери, все высыпай. Все высыпай. Все высыпаем. Да. Соль и соль. Теперь мы высыпаем кашу. Высыпать. Да. Перемешай. А что дальше? Ложка. Перемешай. Перемешаем ложкой. А что дальше? Главный ингредиент. Молоток. И его мы в ключевую воду. Перемешаем. Получается какая каша? И получается каша из молотка. Пробуем на пробу. Не пробуй. Вика, она не укусит. Вика, не надо. Еще пока. Подожди 5 минут, пока оно сварится. Попробуй. Ты все руки сломала? Нет. Не пробовать. Как? А как нам так-то есть? Оно не съедобное. Молоток мы ставим обратно. Несъедобное. Так вот у нас получилось. Все, выливать обратно. И пахнет молотком. Балда! Не надо было варить эту кашу! Вика! Самый ингредиент – балда! Надо было просто гречку варить! Вот тебе балда! Даже не пробовать, не попробовать! Все, выключай камеру. Почему? Потому что невкусная каша получилась. А почему? Потому что ингредиент не тот. Какой должен быть? Каша из топора. Тебе топор принести? Да ладно, Рита, все это мы вылим. Собаки. Все, выливай, Лита. Собаки.